Меня зовут Рымин Данил, мне 14 лет, занимаюсь тэквондо. Занимаюсь им уже 4-й год. Мой тренер Григорьев Андрей Владимирович. Данил, расскажи, какие успехи в сегодняшнем турнире? Сколько боев? Мы видим 2 медали у тебя серебра. А в каких категориях ты участвовал? Я сегодня участвовал в 2 категориях, в 65 кг и в 65+. Расскажи еще, в каких турнирах ты участвовал в этом году, какие были успехи? В начале года я участвовал в рождественском турнире по тэквондо в Твери. Занял на нем 1-е место. 26 марта у нас были первенства области в Санково. Я там занял тоже 1-е место и стал чемпионом области. Также я ездил в Рязань на ЦФО, но ничего не получилось занять. Ничего страшного, уверена, что все впереди. Через секунду мы продолжим, а прямо сейчас поставь лайк этому видео, и чтобы не пропустить новые выпуски, подпишись на канал в Ютубе, Телеграме и группу ВКонтакте. Все ссылочки будут в описании. Какие планы на ближайшее будущее, в ближайший месяц? На ближайший месяц это съездить в Смоленск, также летом съездить на первенство России в город Шахты. В Смоленске какие планы? Для чего едете? Соревнования, сборы? Едем на сборы, чтобы поднять свой опыт, чтобы не бояться противников и чтобы быть более уверенным. Как оцениваешь свои перспективы на первенство России? Понятно, что это мы настраиваемся всегда на первое место. Страшно? Конечно, страшно. Везде, вот даже на этих соревнованиях было очень страшно. А соперники были сильные сегодня на турнире? Конечно, все соперники сильные, нету слабых людей. Есть кто-то лучше занимается, кто-то меньше. Есть технические ошибки, почему результат такой? Конечно. Или не просто не сложилось и удача не сопутствовала? По поводу удачи не могу сказать, но я понял, что я сделал очень много ошибок, и из-за этого поплатился 2-3 местами. Как оценивает работу, разбирает ошибки, объясняет, что не так. Я не имею в виду в процессе боев, после вы как-то отрабатываете эти моменты? Перед боями, на тренировке, перед боями он нам говорит, что делать, как лучше делать, как выступать. И также после боев он на тренировке каждому человеку рассказывает, какие у него были ошибки. У него ошибки, он очень много суетится у нас, очень много отвлекается на монитор, смотрит. Мы эти моменты учитываем. Я вообще не должен раскрывать эти моменты, но есть такие нюансы, на это их видно, они глаза бросают сразу. Поэтому мы с этим работаем, но спортсмен на то и есть, что мы над этим работаем. Какие планы в этом виде спорта? К чему стремишься? Ко всему самому лучшему. КМС, мастер спорта, черный пояс. Победить на первенстве России, естественно. А сейчас какой у тебя пояс? Сейчас у меня сине-красный пояс. Самый лучший – это черный пояс? В принципе, да. Но мы желаем тебе удачи, хороших успехов поработать на сборах и, конечно, удачи на России. Спасибо большое.